По меньшей мере 20 человек погибли, еще 13 человек получили различные травмы в результате падения автобуса со скалы в пропасть в центральном Китае. По данным СМИ, авария произошла в условиях плохой видимости. Подробности ДТП выясняются. На месте катастрофы работают спасатели и медики. Отмечу, что автобус перевозил артистов местной оперной труппы.